Королевский коктейль из семги с тигровыми креветками. Это самое дорогое блюдо, которое я готовил. Подготовь все ингредиенты. Разрежь рыбу вдоль хребта. Убери все косточки. Затем сделай вот такие надрезы. Используй свежемолотый перец. У него более ярче вкус и аромат. Посоли и поперчи рыбку. А еще добавь приправу для рыбы. Они используют специальный белый соус. Вы можете смазать майонезом. Очисти тигровых креветок и выложи на рыбу сколько сможешь. В конце идет слой лучка, затем слой сочных помидоров. Зафиксируй зубочистками, чтобы начинка не слезла. Готовь в коктейльнице 40 минут. Ну а его вкус просто не описать словами. Аромат-то какой!